Вот, посмотрите, жених готовый, а цветок-то какой у него, да? А там мне ВКонтакте или в Фейсбуке кто-то написал, ну и перстенек, да. А кто-то написал, видно, надежный, да. Ну, наверное, по характеру. Я ему специально такой подбородок сделал, как там у этого, вот. Ну, короче, надежный. А посмотрите, у него кипчонка какая там, да? Кипчонка такая вот. Ну, короче говоря, вот такая интересная штучка. Я что хотел сказать? Не об этом-то вообще речь, потому что это я готовлю к вебинару, и вот там у нас были запросы на конкурсе, когда мы делали с Владом Орловым, там три вебинара запрашивалось предполагаемых, и больше всего там отметили, значит, зеркало для персоны. Зеркало для персоны. Но это там действительно интересные вещи, когда у человека, ну я там даю некий такой биокорректор, с помощью которого можно обратной связи, чтобы не было психосоматики. Сейчас особенно важно, потому что люди сейчас находятся в стрессе. Да, очень много врачей ко мне обращается, много психологов обращаются, потому что они получили такой социальный заказ, чтобы как-то вот в своих планах, программах, блок у них был помочь людям в стрессе, потому что это очень сильная сейчас ситуация, люди себя накручивают в условиях неопределенности, и надо в каких-то ситуациях жестких временных ограничений принимать неординарные решения, хоть в бытовом плане, хоть в творческом плане. Ну вот, но тут же вдруг мне выходит там в личке ВКонтакте участник нашей школы, человек будущего Homo Futurus, и просит, он говорит так: вы как-то когда-то рассказывали о том, как обморочные состояния снимать. Вот я, говорит, сдавал кровь сейчас, и мне так, говорит, в конце того, как я сдавал кровь, так поплохело, и такой обморок возник, что никак не могли снять. Я, говорит, попробовал, как вы показывали, уши делать, но это не для обмороков. Уши для того, чтобы страхи снимать, давление снимать, приводить себя в нормальное состояние, уши разминать. Я это показывал, вы там, если посмотрите, бесплатный ликбез для всех на изоляции. Ну, YouTube берете мой, там просто просматриваете, там много-много записей, не поленитесь, найдете, как я вам показывал, как уши разминать, как точки находить, такие болезни, как их разминать. Так он это видел и говорит, где-то вы говорили, как предобморочные состояния и обморочные состояния, как предупредить вот это вот. Потому что я так понимаю, что у людей часто бывают обмороки. И там где-то я рассказывал случай интересный, когда я летел в самолете, и со мной рядом сидела девушка. Со мной рядом сидела девушка, и что-то она так сидела, а я был молодой, ну, симпатичная девушка, хотел заговорить, но не стал, я очень скромный. Ну, она так встала потихонечку, пошла, 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 пошла к кабине пилотов. Да. Ну и буквально через полминуты объявляют, есть ли доктор в самолете. Но я человек скромный, и поэтому сижу и жду, может кто-то выйдет туда. Но никто не выходит, второй раз объявляют, и я тогда пошел. Пришел, смотрю, сидит девушка. Вот так держит руку, и какая-то другая женщина стоит и ей пульс считает. Ну, как будто от этого ей легче станет. Ну, может быть, где-то на кого-то психологически это действует, но я вижу, она вся белая. Видно, укачала, а может, у нее там были предпосылки еще какие-то, я не знаю. Ну, короче, ей было плохо, я сказал, что я врач, и поэтому отойдите, пожалуйста. И взял, вот я показываю то, что я обещал этому товарищу из нашей школы, человек будущего Homo Futurus, показать это. Значит, берешь руку и ногтем, если у тебя ничего нет. Берешь и ногтем вот так резко. На один пальчик, на второй пальчик, на третий пальчик, на четвертый пальчик, на пятый пальчик. И потом вот так, все 10 пальцев, не боясь. Прямо жестко так. Ну, надо доминанту переключить. Это первое. 10 пальцев. Сильные такие нажатия ногтем, чтобы больно было. Да, и потом вот здесь 2 миллиметра внизу под носом, точка,
Прям берешь вот так вот, резко-резко делаешь, и вот здесь в серединке тоже точка. Резко-резко это прям с вибрацией. Сделал? Да, я ей сделал этой девушке. Да. Посмотрел на нее, посмотрел, начала розоветь. Но я тогда этой женщине, которая там, ну, может быть, она там помощник какой-то, может быть, там медсестра какая-то тоже встала. Я не знаю, кто там был. Я ей говорю, если что, я вон там сижу, вот на таком-то месте. Позовите. Ну и пошел. И через 5 минут идет девушка. Идет оттуда эта девушка. Ну, уже в нормальном виде, в таком вот, ну так, легонечко покачивается, самолет же летит. И садится рядом со мной. Она же. Ну, я сижу так и что-то читаю. Но я скромный, поэтому не заговорил. А зря, может быть, надо было познакомиться. Она бы узнала, кто ее спас. Может быть, и влюбилась бы. Ну, что-то его знает. И судьба была бы у нас другая. А может быть, и не влюбилась. Но дело же не в этом. Я просто юморист, но я рассказываю фактический случай. Дело в том, что из обморока выводится достаточно просто. Раньше выводили с помощью нашатыря. Вот этот вот человек, который мне запрос такой дал, участник нашей школы, что ему помогло что? Что когда у него был обморок, ничего не помогало. Уши он пытался, не помогало. Я уже сказал, что это не только для этого, там это больше для давления и для того, чтобы страхи снимать, приводить себя в порядок эмоциональный. А обморок – это вот это. Вот это, вот это. Точки такие. И там бабах, такое бомбардирование сосудов мозга, спазм снимается, кровообращение мозга налаживается. Раньше это делали с помощью нашатырного спирта. И он мне там сказал, написал в личке, мне помогло то, что я лег на спину, привел колени к себе и дали ему нашатырь понюхать. Ну, конечно, точно так же такое бомбардирование всех клеток мозга встряхнуло его. Раньше так и делали нашатырный спирт. Или когда человек в обморок падал, по щеке его. Бабах, и он очнулся, да. Но я вам не рекомендую вот так вот по щеке, а рекомендую вот так, действительно, если вы чувствуете, особенно студенты раньше, я вот в медицинском институте учился, у нас в группе там несколько девочек, первый раз, когда по анатомии, в анатомичку заходили, они вот так раз сразу в обморок, да. А потом через 5-6 занятий они там сидели, анатомичка, они там булочку с кефиром едят. Ну, эти же самые девочки. То есть это сильный эмоциональный шок. И у кого-то резко падает давление, и поэтому надо встряхнуть, то есть переключить доминанту. Ну, понятно, да, все. А вот насчет жениха. Я собирался сделать вебинар, там зеркало для персоны выбрали. А поскольку сейчас очень много мне пишут женщин, которые хотят выйти замуж. Да, я поэтому эту картину поставил там в Фейсбуке и ВКонтакте. Чем не жених? Чем не жених? Ну, опять кто-то звонит. Ну, надо же. Ну, вот все время мне звонят и не дают спокойно поговорить для всех. Отдельно мне звонить надо, действительно, после 19 часов, не раньше. Вот иногда раньше звонят. После 19 часов на самом деле правильно. Она сейчас правильно позвонила, но она не знала, что я сейчас видео делаю. Сейчас мы с ней перезвонимся. Помогу я. Потому что звонят все, кто с паниками, там суицидные сейчас много звонят. Да. Поэтому я буду делать этот вебинар. И для женщин, которые хотят удачно выйти замуж, то есть вместе объединить зеркало для персоны. Или как удачно выйти замуж. Но это будет не для только участников школы. У нас участники школы имеют большое преимущество. За 1000 рублей они посещают вебинар, получают много полезного контента, которого вообще никто не делает, кроме нас. В нашей школе только так. Выходят на Zoom, выходят на Skype, для того, чтобы я мог лично, персонально, каждому, кто захочет,
посмотреть, как он выполняет упражнения, подсказать, как правильно, как неправильно, чтобы все видели, как это происходит, и сразу обучались. Потому что это на самом деле уникальный контент для всех, кто в изоляции, на карантине, кто с чувством одиночества. Но вот этот вебинар будет для всех девушек, а не для участников только школы. И поэтому он не будет 1000 рублей, как обычно мы делаем, преференцию такую для участников школы. Он будет немного побольше, потому что там будут такие части, чтобы девушка действительно вышла замуж. Удачно имеется в виду. Надежно, надежно. Как подобрать себе такого спутника жизни? Да, ну, молоденькие, они вот иногда часто на деньги ориентируются, а те, кто постарше, они ориентируются именно на человеческие качества. Ну, кто как. А если молоденькие на человеческие качества ориентируются в первую очередь, вот там мы все это и разберем. И там мы вот этот вот тест, который Ной меня научил, да, логик или сердечник, что у тебя первичное и что вторичное, логика или чувство. За кого надо выйти замуж? За того, кто с противоположным качеством, или за того, кто с подобным качеством? И с кем брак надежнее? И с кем надежнее у вас происходит саморазвитие, а не брак? С кем земная жизнь хорошая, и с кем такая развивающаяся? Это немножко разные вещи. Вот там я все это объясню. И там мы поупражняемся, и снимать стрессы, и разгрузка, и восстанавливать иммунитет, и стрессоустойчивость. А поскольку и врачи, и психологи сейчас часто заходят там, поэтому думаю я сделать для них, как бывший член правления межрегионального объединения медицинского, профессионального, психологов, психотерапевтов, социальных работников, где я был 10 лет членом правления, и для них сделать, но это уже будет отдельный разговор, да, отдельный разговор, потому что я такое делал 20 дней подряд, я делал, когда работал в Центре саморегуляции человека Homo Futurus, который я создал в Махачкале еще много лет назад, со 105 городов СНГ, ко мне приезжали врачи и психологи, и 20 дней подряд я проводил им занятия. Но сейчас за эти годы уже метод настолько усовершенствовался, что в 10 раз быстрее я это делаю и с лучшим качеством. И с более простыми приемами, да, более простые приемы, вы увидите, что я могу делать, я весь опыт вам дам. И вот эти вот моменты все вы, пожалуйста, учтите, и поэтому, когда объявим вебинар, ну, держитесь, девушки, жених готов, смотрите, какую надежность, а какой у него цветок, а какая у него девчонка, а подбородок какой. А Тамара Зиновьева, она искусствовед, она дочка профессора Зиновьева, которая написала академика в свое время «Зияющие высоты». Мы с ней друзья большие, она мне написала, лицо у нее какое-то такое, наверное, ему надо там алкоголь какой-то попить, с желчным пузырем, наверное, что-то не в порядке. В порядке у нее, Томика, с желчным пузырем. Он ключом мы его научим. И жених будет вот такой устойчивый. А это просто на него луч прожектора так падает. Ну давайте, привет, друзья. До встречи.